Флаг года детского спорта в Ульяновской области подняли на Эльбрус. На высочайшую вершину Европы и России тематическое полотнище водрузил Дмитрий Ерохин. Трехкратный рекордсмен России по северной ходьбе, ультрамарафонец и путешественник стал одним из послов года детского спорта в Ульяновской области. Флаг должен подчеркнуть значимость предстоящего события. У меня планировалось восхождение на Эльбрус, западную вершину. Это самая высокая вершина Европы, России, 5642 метра. И, соответственно, в качестве такого символа водрузить флаг, чтобы и для Ульяновской области мы рассказали про Эльбрус, лишний раз напомнили, ну что, исходя из моего вот такого детского опыта, я еще когда маленький, мне там было 10, 12, 14 лет, я смотрел тоже передачи по телевизору про Эльбрус, про Эверест рассказывали. Я думал, вот я когда большой вырасту, я обязательно залезу на Эльбрус. Вот я этим загорался, и когда мне вырос, естественно, я поднялся, и вот у меня такое вот пожелание, исходя из своего детского опыта, сможет кто-нибудь загориться и выберет для себя этот вид спорта, альпинизм. Вот, начнет сейчас уже тренироваться, пойдет соответствующие секции. Я пока планирую еще в Ульяновскую область прибыть в конце сентября, начале октября, где-то через месяц небольшим, что изучить маршрут по крайним географическим точкам Ульяновской области с востока на запад и с севера на юг, и, возможно, устроить по этим точкам такую экспедицию, ультрамарафон. Напомню, в апреле губернатор объявил 2021 годом детского спорта в регионе. Главная цель – сделать занятия более доступными для детей.